У этого праздника много названий. Бабий кут, солныш и самый известный Татьянин день и День студента. Что отмечать 25 января, решать вам. К этому дню подготовлена большая концертная программа. Православные 25 января отмечают День святой мученицы Татьяны, также известной как Татьяна Римская. По преданию, она отказалась поклониться статуе языческого бога. За это ее пытали и в конечном итоге казнили 12 января по старому стилю. После того, как 12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии университета, святую стали почитать как покровительницу студентов. С 2005 года 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества. Для чебоксарских студентов праздник устроят на катке на Красной площади. В 19 часов там начнется развлекательная программа с конкурсами и дискотекой. Кроме того, среди участников разыграют приз «Прогулку на снегоходах». Для участия нужно сфотографироваться на фоне катка и выложить фото в Инстаграм с хэштегами «Активный город 21» и «Культурные Чебоксары».